Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Вот очередные посылочки с Алиэкспресс. Вещи, которые мне нужны. Сейчас все покажу. Открываем. Автоматическая мельничка для специй. Это я уже заказываю 4-ю штучку. Одна у меня работает. 2 штуки заказывала для своих девочек. У дочки моей увидела подружка такую мельничку. Очень ей понравилось подружке. Ну и дочка решила подарок сделать на день рождения этой девушки. Сюда засыпается то, что будем молоть, перец, или кофе, или что там, то, что придумаем. Батарейки сюда надо, в комплекте батарейки не идут. Вот. Схема такая небольшая на английском. Работает все очень хорошо. Батарейки вон маленькие, видите, написано. 3 вот такие пальчиковые батарейки. Работает все прекрасно. Сейчас покажу. Это моя перечница. Автоматическая молотилочка. Уже мало перца, надо засыпать. Вот. Помол делает любой фракции. Мельче, крупнее, как нравится кому. Здесь подкручивать эту часть. Все. Посылка шла где-то дней 25. В общем, вещь нужная на кухне, хорошо работает. И очень многим нравится. Ссылка будет под видео. Вторая посылочка. Весы. Завернуто было более тщательно, я разворачивала их в такие многие слои пупырышек. Вот такие весы. У меня были эти весы, сейчас покажу. Вот они, старенькие весы мои, точно такие же. Я их как-то служили верой и правдой, взвешивали отлично. Как-то захотела помыть более тщательно. Как там вода попала вот сюда, вот где экранчик. Цифры должны быть, здесь была вода. Я что-то раскрутила, осушила феном, но не завелись эти весы, не работают. Я бегом заказала на Алиэкспресс другие весы, точно такие же, потому что у меня претензий нет. Взвешивают отлично, потому что без весов, как без рук на кухне. Всякие рецепты, столько грамм и столько, очень неудобно без весов. Взвешивала вот такой безменчик, мужу покупала вот. Восьмерочки появились, нулики, и взвешивай. То неудобно мне было, если муку, то в пакетик насыпать, взвешивать неудобно. Ставлю батарейки. Вставила батарейки, вот работает. Включилось, все, будет взвешивать. Так, нолик так. Поставить на килограммы. Весы взвешивают продукты до 5 килограмм. Взвесим. 387 грамм весы. Действует, я не сомневаюсь в работе этих весов. Тара снимается. Здесь, если тара не нужна, все нормально, в общем.
Надеюсь, будут работать, как и старые мои эти весы. Вот такие сегодня покупочки, которые я очень ждала. Эти весы я очень ждала. Потому что без них, да, еще повторю 10-й раз, как без рук. Эту вещь тоже дочка очень ждала, нужна ей тоже в подарок. Не ей, а ей подарить надо эту вещь. Молотилка, как я говорю, Наташа, молотилка пришла. Электрическая мельница для перца или для других специй. Ссылки будут под видео. Заходите на Алиэкспресс по этим ссылкам, выбирайте, что вам нравится, такие товары или другие, что угодно. Там выбор огромнейший. Желаю удачных покупок. Заходите на мой канал, подписывайтесь. И до новых встреч, и всего вам самого доброго.